Сейчас мы увидим фламенко. Ого! Да, фламенко в исполнении Елены Кукленко и ее преподавателя Антона Юдаева. Встречайте! Покажут многое о тебе. Наверное, мне не стоит это видеть. Чувствую, что не смогу уйти, если окажешься моим ты. Судьба играет злые шутки, но только с теми, кто не верит в свет любви. Не готов пойти на жертвы. Так что же делать? Видимо, уйти. Или остаться и потерять себя навеки. Не знаю, можно так? Скорее нет. Ведь счастья не увидишь в этом, только мрак. Потом, возможно, будет поздно. Так держись за эту встречу, как за знак, который веру даст в свою мечту, в себя. Но осторожно, ведь ты же помнишь, что потерять легко, а обрести сложнее. Это факт. Ну да и голуга! Oh,
боюсь начинать говорить, может сейчас еще там дальше бросил, потом вышел, потом, ну не, да, и как еще, слушайте, ну, вау, ну невероятно круто, невероятно эмоционально, столько в этом было страсти, энергии, я хочу, чтобы вам еще раз поаплодировали сейчас. Елена Купренко, Антон Юдаев. Как же мне приятно, когда номера вот не просто так станцованы, а проживаются. Это касается не только студентов, это когда именно как пара, да, и преподаватели также входят в это состояние. Мы сейчас такое маленькое кино прям увидели. Леночка, я прям даже, наверное, не буду ничего вас сейчас спрашивать, потому что такое у вас состояние. Или хотите что-то сказать? Я вижу, что у вас просто эмоции прям переполняют. Что я могу для вас сделать? Конечно. Я много сегодня не буду говорить. Это маленькая история, продолжение моей декабрьской истории. Спасибо за то, что нам вот подарили эту историю, не просто подарили, поделились какой-то частичкой собственной эмоции. Вот, подождите, не уходите, чего вы от меня отходите? Идите сюда. Сейчас разговоримся. Все, выдох. Отлично. Все было прям здорово. И эта история, она, ну, я сейчас не буду забегать вперед, просто у меня, например, сегодняшний номер, чтобы вы понимали, насколько вот важно... Помимо тех комплиментов своей ученицы, которые я с удовольствием буду говорить. Но у меня, например, история этого номера, который будет сегодня, длится 20 лет, чтобы вы понимали. Ну, я потом расскажу. То есть это вот такой промежуток вообще времени, это большая часть моей жизни. Этот номер для вас, вот это какая-то это мелодия для вас. Что это? Это я. Вы как услышали ее, вы сразу это почувствовали, какой-то поиск был. Мне просто очень интересно, когда такие эксклюзивные произведения выбираются. Мне интересно, как это вот именно у вас произошло. Это голос, это музыка, это слова. В принципе, все, что я хотела сказать, я сказала в стихотворении. Вот, кстати, еще вопрос. Мы там прям с коллегами обсуждали. Это ваш голос был, да? Это вы записывали? Друзья, отдельно аплодисменты. Круто. И стихи мы написали. Вау, вообще. Ну, сейчас только, если вы еще скажете, что платье сами шили. Нет, слава богу, какая. Вообще, я и платье сама сделал, и туфли, вообще, и прическу Антону. Антон, ну все, ладно, отпускаю вас. Подождите, а где, кто? Подарок. Забыли. Подарок. Сейчас, я вас так не отпущу. Давайте аплодировать. Браво! Аплодировать, поддерживать. Чтобы не обнимательно, а я... Да, конечно. Александр, хочу поблагодарить. Музыку, пожалуйста. Александр, хочу поблагодарить за помощь в музыке, в монтаже. И Анечку Модестову за мое фееричное финальное падение. Спасибо, Маша. Спасибо огромное. Подарок, цветы. И, друзья, я с огромным удовольствием еще раз, Леночка, я думаю, вам тоже будет интересно. Это подарок от наших друзей, салон красоты на Йоле. Новый интерьер, новые косметические аппараты, невероятная косметика, это нам с вами, Антон, да. Новый уход, а самое главное, спа. Вот, и это все находится здесь. Пожалуйста, нам будет очень приятно, если вы воспользуетесь этим подарком. Спасибо, удачи!